подставку такого плана. Этим моим подставкам уже по 2 года. Когда я их делал, я не видел, никаких видео не смотрел. Сам взял, с головы придумал. Вот, сейчас я смотрю, в Ютубе уже есть видео похожего плана. Люди делают такие подставочки. Я видел Арсен, кажется, его зовут. Он делает с пластиковой трубы, тоже утеплителю такой. Ну, сложно. Очень все сложно. Там надо нагревать ту трубу пластиковую, гнуть, точить гаечки, болтик болгаркой обрезать. Ну, сложно. Нужен инструмент. Вот, например, у меня нету точильного станка, чтобы обточить гаечку. Напильником замахаюсь, пилять его. Нету болгарки, чтобы обрезать болт. Вот. В моем методе только понадобится с электроинструмента дрель. Типа дрель бывает еще ручная. Без разницы, какая дрель. Вот так вот. Начнем. Делать подставочку. Нам понадобится металлопластиковый кусочек трубы. Вот он. Утеплитель на него. Тоже кусок трубы стоит копейки. Утеплитель тоже там гривны. Ну, может, сейчас 5 стоит метр. Вот. Болт с гаечкой. Болтик нужен нам такого диаметра, чтобы мы могли его вкрутить вот такую подставку. Вот так вот. Вот такого. Так, понадобится нам 2 пробочки. Вот таких вот с подводки. Понадобится суперклей. Нож. Сверло большого диаметра. И рулетка. Рулетка нам нужна для того, ну, чтобы отмерить кусочек трубы. Но у меня уже кусочек трубы отрезанный. Он у меня длиной 55 сантиметров. 55 сантиметров. Отмечаем. 27,5. Меточку ставим, серединку. Так, здесь мы сейчас просверлим отверстие под наш болт. Сначала я сверлю маленьким сверлом, а потом большим. Сверлим аккуратно, чтобы ничего себе не отсверлить. И чтобы стол не посверлить, главное. Просверлили, проверяем болтик наш. Все по чутику заходит. Вот мы просверлили дырочку, крутили болт. Теперь нам надо сделать изгибы. Очень все просто, руками все делается. Эти изгибы. Так вот, оп, с одной стороны слегка. И с другой стороны выпадает еще. Может, примерно симметрично было. Можно с одной стороны чуть повыше сделать загиб, а с другой чуть пониже. С той стороны, где мы будем ставить фидер, повыше, а
куда подсекать пониже. В принципе, так мы и сделали. Теперь берем мы утеплитель наш и надеваем на наш трубу. Чик. Отмечаем здесь футбол с одной стороны, снизу, вот так вот. Примерно. Нам надо будет сейчас вырезать сегментик. Желательно, чтобы тут было ровненько. Тоже. Меряем. С этой стороны мы делаем напуск на гаечку. Эту пропускаем. Сейчас еще немножко подрежем здесь капелюшечку. Вот так аккуратненько. Сделали на хвостик. И здесь, мы, где у нас заканчивается трубка, отрезаем ровненько. Есть. Вот. Получилась у нас половинка подставки. Как у меня здесь утеплитель чуть-чуть пожмаканный, а с этой стороны ровненький. Лучше. Мы берем с этой стороны, заводим. Немножко подровняли, чтобы более-менее ровно было. И да, надеваем, надеваем вот так вот. Вот. Надели. Вот так вот у нас все получается. Затем нам понадобится суперклей. Сейчас еще вот тут мы отрежем лишнее, чтобы нам не мешало оно. Ровненько отрезаем. Все, лишнее убираем. Вот. Вот это у нас так вот получается заготовочка этой подставки. Теперь нам нужен суперклей. Любой суперклей, какой у вас есть. Вот. Берем мы, капаем потихонечку вот сюда на пенку на эту. Затем берем и соединяем. И ждем, пока приклеится.
Вот так у нас все получилось. В принципе, аккуратненько все. Красиво. Склеилось. Теперь сделаем мы сюда заглушечки. Заглушечки мы сделаем с пробочек. Ну как диаметр пробки большой, мы их обрежем под такой диаметр, который нам в принципе нужен. Аккуратненько, чтобы не обраниться. Подрезаем пробочку. Подрезаем пробочку. Извините, позвонили мне по работе. Аккуратненько. Подрезали вот так пробочку. Пробуем. Оп, залазит. Чик. Почему я взял эти пробочки? Они диаметром совпадают с нашей пенкой. Вот, они вровень. Красиво так получается. Затем берем наш суперклей. И приклеиваем. Аккуратно. Вот одну сторону сделали. Делаем и вторую. Так же само берем нож. Обрезаем. Вот так вот проверяем. Заходит наша пробочка. Немножко высунем ее. Берем обратно суперклей, втягиваем пеночку немного и приклеиваем. Вот и готова наша подставка под фидер. Ничего сложного, буквально 20 минут. Подставка готова. Минимум затрат на нее, на себестоимость ей 10 гривен. Вот. А качеством, уверяю, ничуть не хуже будет она служить, чем покупная там за гривен 80. Сейчас, наверное, они уже больше сотни, наверное, такого типа подставочки стоят. Вот. Ничего не надо обтачивать, как у других видео я смотрел. Очень все легко и просто. Все, всем пока. Кому понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал, будут еще новые видео. Самоделки и видео с рыбалки. Все, пока всем.